Ну а кто не вспомнит, тут пусть посмотрит и узнает, что там кого было. Еще есть стримы? Где-то я тут видел. Заходите к девушке, скучно. Не пойду я к девушке, Катя узнает, яйца оторвет. Я вчера и сказал, что я зашел к девчонке на стрим. Стрим на канале Кариан. Давайте посмотрим Кариана. Вам может тоже интересно, я включу тогда, если интересно, да? То есть, если стрим чужой интересен, мы можем посмотреть. Кариан. Ну, вроде бы он стримит. Warface, Гигиза, Шаги. Что, блядь? Я походу... Вот этот я включу, бля. Сейчас. Братва, сейчас. Сейчас я сначала сделаю так. Это... Нет, добавить... Нет, просто почему бы ему и не выводить? Хороший челик. Нормальная ориентация какая? Я это... Какой нормальный? Нормальный, который не гей. Вот у людей, типа, который не гей, мой стрим, меня зовут Егор, Максим, Михаил, чё? А где Дискорд? Warfacer. Говорит сам за себя. Сверх люди. Давайте попробуем к нему зайти. Знаешь, канал Буги, у него недавно стрим был. Не, не знаю. Бля, сейчас в дис пойдем. Во, да, точно, это рысь. Так, чё там, ха-ха, знаешь канал Боги, да давай вруби. Вот, пожалуйста, врубил. Ну а чё, ревнивая у него девушка, и это отлично. Но она не ревнивая, скажем так, но инициативу проявляет, что, боже мой, я даже на прохожих не смотрю девчонок, даже если они прям... Оба. Есть у нас канал. Здесь. Честно, да. Знаете, вот этот голос, который говорит, мы общительные, напоминает голос латентного пидораса, без обид. Что за дела? Ну, серьезно, я не хотел обижать и в личку срать. Но голос такой, как будто он, ну, мальчиков лет 15-17 предпочитает и скрывает это. Не, ну, Warfacer же как-никак. Я не понял. А? Чуть голоса не нравится. Да Ромзи, послушай, голос пидора какого-то. Чего тебе, ебать? Ты что, блядь? Тебе как ты тролл. Про ориентацию постоянно спрашивают. Твою? Майнкамф читал? Да. 1488. Ты. Я начинал. Я тоже не выдержал. У меня одноклассник дурак. А давайте, короче, будет время, если я до 4 досижу. Я такой добрый варан. У меня одноклассник был, который полностью. Вот так вот. Одноклассник полностью прочитал Майнкамф. Пришел в инстаричке, там стричка, да? Да, почитайте. Не-не-не, я здесь. Я слушаю, как он пытается по-хохляцки пиздеть и понимаю, что у него нихуя не... Хромакисты. Да он постоянно про педофилов... Вот этот вот пиздюк, ну, вот этот, вот этот. Постоянно про педофилов и ориентацию говорит. Слушай, Фрувард, а можно интересный вопрос тебе? Почему ты постоянно говоришь вот сейчас, когда я зашел, про педофилов и ориентацию? Тебя это так тревожит? Ты скрываешь что-то? Название сервера. Почему ты сюда зашел? Я вот тебя... Сделай микро тише. Не, я просто кричу. Либо мы общаемся нормально, пандев, да, я сейчас буду микрофон. Да не, го про ориентацию. Либо мы сейчас нормально общаемся, либо я убираю тебя из Дискорда. Тебе нечего терять, в принципе. Мне нечего терять, в принципе, да. Общаться. Действительно. Вы знаете, будто ему сейчас приговор какой-то делаете. А, знаешь, что я скажу тебе? Форчик, я не знаю, как... Чи-чи-чи, Фругурт, офнись, пожалуйста, на секунду. А вот который сейчас говорил про неприятно. А, стой, я сейчас скажу, дай, подожди. Вот который говорил, что неприятно со мной общаться, можно тебя, чтобы по имени? Ну просто неудобно называть по нику, да? А ты бы сначала свое имя сказал, но... Саня. Саня, Александр. Можно просто Саня. А можно Петрович тебя звать? Можно Петрович, без проблем. Так вот. Форчик, можно твое имя или хотя бы какой-нибудь никнейм поудобней? Внимание, да, пожалуйста, бегите.
Скажем. Не скажешь. Я могу тебе говорить, не могу говорить. Тебе, хорошо, тогда я скажу, что в принципе я действительно ничего не теряю, и мне похуй, забанишь ты меня, выгонишь с этого дискорда. В принципе, до пизды. Если тебе. Вот, если быть. Стоп, если тебе неприятно со мной общаться, у тебя есть два варианта. Ливнуть самому или выкинуть меня. Все, я тебе дал выбор. Не, ну ливать он не будет, он типа с ними. Ну, значит, пусть кикает меня. У тебя есть два варианта. Нормально. Это было твое желание. Нет, не надо. Давайте жить дружно. Я с ним не строюсь, просто ему. Ну все, меня выкинули. Так, а где? Надо удалить его нахуй. Вот, я в ДС есть. Не дам, но я включу им микрофон. Так. Да не надо участника, ты микро включи, чтобы можно было поболтать. Да все уже включил. Я это забоялся. Да не надо бояться. Нафига сколько придет, что? Алло. Здорово. Я знаю. Заходите, короче, ребят, я думал, аудитория помладше будет по возрасту, если честно. Ну, мне 15, просто я курю с 9, у меня голос прокуренный, пропитый. Так, мне тоже. Ну вот, брат мой, ты случайно, это самый не брат мой, у меня просто брат такой же потерялся с голосом таким же. Аудитория помладше, а голос постарше. Я девочка. Блин, сестры у меня, к сожалению, нет. Сложно. Он бы был твоей сестрой, если бы у тебя была сестра. Не хочу никого оскорблять, он был бы моей сучкой. Ну да, наверное. Ну если ты понимаешь, о чем я. Песни. Ты бы пел мне песни. Слушай, ты походу стрим не интересен. Я бы лежал на кровати, лежал, пока ты приносишь салфетки. А ты интересная личность. Да, интереснее некуда. Коль, короче, зови, давай, я пойду. Там. Слушай, ты на самом деле я... Сейчас, на самом деле я просто зашел попиздеть со стримером, с него попрофать, но, блядь, тут врываются чуваки, его как-то даже интереснее становится. Да, я есть. Дай пишите в личку. Зовут. Сейчас, во, сейчас мы попрофаем. Сейчас. Сек. Чуваки, я извиняюсь, у меня все в порядке с голосом? Да, все в порядке. Все хорошо? Все, я просто мизинчиком ударился, и тумбочка мне на причинное место упала. Да. На причинное место это где? А это между пальцев. В смысле? В большом. Понял. Жестко. Живой там. Палец, да, я нет. Че, палец, да, я нет? Там запятая между. Палец, да, запятая, я, запятая, нет. Какой хуй мне стрим вырубается постоянно. Давай, я пришел. Ты не маленький? А че, отменили-то? Я чувака звал позвать, чувак написал, я его позвал. Давайте еще что-нибудь поменяем. Давайте поменяем наоборот. Пистолета убил. Я сам не понял. Ну бывает такое. Да что непонятного-то? Да нормально все, нормально. Оба. Нет, не зашло. Меня наоборот. Спасибо. А это кто сейчас говорил? Как именно? Вот так. Как вот так? Вот так, как это. Ха-ха-ха, у тебя хороший голос. Я просто девочка-мальчик-уточка. Утка. Меня преследует какая-то утка. Пацаны, выключи маньяка, пожалуйста. Я боюсь. Да ладно, что ты переживаешь? Это просто голос изменил. Ты чё, чувак? Ну. Бля, пацаны, прекратите, это теплица 2. Зараза. За теплицей, за теплицей. За какой теплицей? Мы все повернулись, а они с двойки зашли к нам в толпу. Но не крысы, вообще... не крысли, да? Вообще, да, они типа ждали возле теплицы.
А хотите секрет расскажу? Вообще, на самом деле, знаете, что у нас на стриме у стримера слышно? Да. Прикиньте, как мы позоримся. Ему-то похуй, он контент получает, лайки, там, дизлайки, подписчиков, а мы позоримся. Вообще, на самом деле, я через неделю к этому стримеру зайду и попрошу свой процент от сделки за контент. Это офигенно. Кстати, у тебя программа нормально сидит. Какая программа? Ну, забей. Короче. Гвоздь в стенку? Да, я про это и говорю. А, ну ок. А у кого-то другого, короче, у моего одного знакомого вообще не получалось что-то. Это зависит от микрофона. Да? Нет, не, стоп. А у меня у меня программа на самом деле. Просто, скорее всего, твой друг, у которого есть подруга, или твоя подруга, у которого есть друг, короче, суть про этого друга, пытался поменять через микрофон именно в системе Windows. А у меня через прогу это все. Вот сейчас смотри, я докажу. Пару секунд, сейчас смотри. Раз, два, три. Сейчас нажму, блять. Ну как тебе мой голос? Нормально. Пять минут включили. А если сейчас? Будем жахаться. Да. Нормально. На самом деле стример крутой чувак. Но мы его жахнем по кругу. Да. Вот. Его же вейпом. В его же дырку. Ладно. Ребят, на самом деле я хочу вам сказать правду. Вас слышно не на одном стриме, а сразу на целых двух. Это что? Да, ты чё? На моем и на твоем. Ты стримишь человека, который стримит другого человека. Ну, получается, вот так вот, смешно, да. На самом деле, я просто заебался паблики катать с КВшкой и просто решил походить по комнатам и наткнулся на пару. В первой комнате мне сказали, что со мной неприятно общаться, кикнули с Дискорда. Да. Как они посмели? Не знаю, там парень просто за все отвечал, даже стримера, наверное, раком гнет. Говорит, мне с тобой неприятно общаться, иди отсюда. Нахуй, я говорю, у тебя есть два варианта, либо кикнуть меня, либо уйти самому. Ну, меня кикнули, соответственно. Давайте все делать реперанс на паблику, например, на полтора. Офигенно, да, есть такое. Ну, в принципе, кому предоставь такой выбор, мне кажется, любой бы выбрал такое. Не каждый человек осмелится просто в гордом одиночестве уйти, понимаешь? Одиночество убивает. Одиночество не всегда убивает. Нет, убивает не одиночество, убивает ножи, пули, кастеты, там голод. Одиночество делает нас дебильней, но сильней. Если ты будешь одиноким. Я точно. Поверь, знаешь, если я буду одиноким, я точно не сдохну. Но вот если я не буду жрать, пить, мыться, то я точно сдохну. Логично. А почему ты, если не будешь мыться, то сдохнешь? Короче, ребят, давайте урок. Но бомжи вздыхают. Они вздыхают от того, что они не моются. А чего? А ну давай. Они вздыхают от того, что... Стой. Ну интересно, вот человек сказал, что бомжи вздыхают не от того, что не моются. Давай, мне интересно. Они скажи. То, от чего они болеют? От чумы. От чума от чего? Чума. Деревни. Что, блядь? Не, ну посмотри, бомж может помыться летом. Так оно так. Вот типа, блядь, зимой может, блядь, яйца и снег скупать, типа, ну заебись. Водичку натопить и помыться. Они умирают из-за одиночества, друг мой. В одиночестве. В одиночестве? Ты видел хотя бы одного одинокого бомжа? Я ни разу. Они всегда по два ходят. А то и по три, а то и по четыре. А иногда с ними даже ходит баба. Не было, баба? Да. Блядь, да, ты чё? Это их место шлюшка, ты чё? Ну, ты ничего просто не понимаешь. По кругу заходу фурик, да чё за конфету, за фурик она, блядь? Ну не знаю, за сколько почём и сколько, и по кругу или нет, я вижу стримеру виднее. Да, бля, экспертов доверит. Он фонарик держал, походу, не раз. Фонарик, как он успел? Я не знаю, это спрашивайте у него. Откуда у него?
Блин, почему я не могу попасть, блин? Ну чё, как прям крыса, что ли? Прям как те бомжи в одиночестве? Я уже двоих убил. Ты же сам говорил, что бомжи не ходят, ну не бывает одиноким. Ну, тут обратное мне доказывают, я уверую. Знаешь, как говорится, да, побеждает не меньшинство, побеждает большинство. Я в данном случае, походу, меньшинство, так что я соглашусь с большинством, чтобы не выглядеть как идиот. Говорятся мусорки, блядь. Да и я перезаряжался, боец, что ты делаешь? Так, ну в чате тут пишет, Вова, пацаны реально прожили до 60, Вова, нихуя, до 45, дальше, блядь, тебя убьют, потому что придется тебе платить пенсию. Чё, блядь? Ну это в связи с повышением пенсионного фонда до 65 лет. Тебе надо платить пенсию. Ну никто до 65 лет, блядь, не доживёт. Ну, никто. Фондом, блядь. У нас мужики дохнут в 47. На заводе. Да. Нет, на синьке. На солях. На антифризе. Бери топор. На антифризе. Не, на антифриз тема, блядь, ты шо? Я антифриз каждый день пью и чё. И сапог тебе через плечо. Коль, скажи, пойду один на один я. За деньги только. Да никуда, блядь, ты ебанутый, что ты нахуй. Коль один на один. Не, серьезно, ты будешь посредником, типа, деньги перекидывать. Да ладно, ладно, ты чё, он же не ради денег стримит, надеюсь. Да не, я не про это говорю, в общем. Или ради денег? Ради денег, естественно, бля. Чё? Понятно. Ради масла? Радиаторного? Типа, чтоб моторного? Моторного, да? Ну, типа, деньги на хлеб не намажешь. А ну да, масло намажешь, да. Заправлять. Машину, да, там, техобслуживание, все такое. Моторная, под 17. Да. Не, лучше Костроловская. А еще лучше Ликвимоли. Или Фордовская. Да. Не, Ваговская. Ваговская масло. Бери 5W40. Отличная штука. Горит прекрасно. Какая? А, когда на человека вообще офигенно. Значит, человечину жарить на этом масле удобно. Не знаю, как жарить ее удобно, но я знаю, как пахнет жареная человечина. На кефире. С лимончиком. Не-не-не, со специями. Да, под красное сухое венцо. Под зеленое. Да, смаковать только так можно, ой, аж слюнка потекла. Из тины. Так, сейчас. Не большинство. Так, сейчас грохнем. Заглушено. Пока. Слушайте, ребят, это кто смотрит меня вообще пока что еще? Скажите, пожалуйста, это хотя бы интересно вообще? Нет, я могу вырубить просто. Вот. Сейчас просто будет прикол после этого, скажите. Сейчас. Дискорд. Включить. Так, как назад. Пацаны, я сейчас проебал вспышку. Слушай, Тоф, а можно вопрос? Давай. Как ты относишься к деловому некоммерческому производству? Ну, к деловому некоммерческому. Ну, я просто на канале с завтрашнего дня собираюсь открывать эту самую новую рубрику «Сучки на заказ». Пару моментов со стримом поспизжу. Ты меня хочешь спиздить, да? «Сучки на заказ»? Я оставляю. А чё нет-то? Подписывайтесь, у нас коллаборация с охуенным каналом. С каким именно? С Мухомодом. Ничего не говори, кто такой Мухомод. Кто такой Мухомод? Я не знаю. Это Ванга наш. Мне даже МС Серега, Дмитрий Крымский, Элис, кто еще? Там, блядь, этот парень с бабой своей, как их там, блядь. И вообще ничего не говорят. Ну, они там поебаются друг с другом. Мне просят, чтобы я пошел делать реакции. Реакция? Не, реакция хуйня, лучше летсплей. По майну. Вот знаешь, если честно, сейчас я реакцию делаю. Захожу на рандомный стрим, который в комнате, и просто пруфую с вас всех. Пожалуйста. У меня растет. Кто такой, честно? Кто такой? Кто, я? Да.
Сильвестр Сталлоне, слышал? Да, это явно не он. Ну вот, я Арно. Так я Арнольд Шварценеггер. Это его голос, вы чё? Это его голос. Скажу так, сейчас, подожди, проверю, подожди. А, тебя уже... У него акцент был. Вот сколько я сейчас на твоем стриме, тебя столько же наблюдает 10 человек сейчас. А я тебе даже прочитаю это самое. Вот это угарчик. А, скажи ему, что ты стримишь... так, что тут еще... Выходи за меня. Блять, тут какие-то комментарии у меня отстойные. Выходи за него, отсоси у меня, по-братски. Тут еще, правда, всякие хуйни пишут, но я их не буду воспроизводить в голос. Бля, скинь ссылку, просто. Чего? Скинь ссылку, просто. А не, но... Зачем? Коля, ты че? Он нонейм, алё. Оставь только на снайперах. Бля, зачем человек оскорбляет, бля? Не, ты че? Кого? Я оскорбляю? Я не оскорбляю, он не обижает. Бля, чувак, блядь, занимайся ютубом, будешь делать. Не, скажу так, да, подписчиков у меня поменьше, так как я в Warface всего рубаю, да и вообще занимаюсь ютубом где-то от силы месяца полтора. На, учись. Если бы вы не ар, меня просто остановило, блин. Было бы больше подписчиков. Да, откосить. В смысле, откосить вот. Нужно. Не, ну я сходил в армию, когда мне уж почему. Вот, и... Что, я уже похудел нормально, да. ребят, он правильно сделал, что в армию пошел, он похудел нормально. Да, 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 про... Так еще бы... Так еще бы бромом кормят. Не, там брома нет. А, это тебе так говорили. Я нашел тебя. Нашел меня? Да. Блин. В смысле, он стримит сейчас? Да, он меня стримит, как он я реально стримит? Да, он меня стримит, как я стримлю, пацаны. Я думал, он роуфлит, честное слово. Слушайте, вот серьезно, расшифруйте мне по слогам, по буквам, что такое рофл? Я понимаю, что это прикол, подстёба там... Ну, типа угорает. Да, нет, но что конкретно такое рофл? Откуда ты же это слово взял? Угорает, типа того. Ну, понятно. Откуда мне знать, это американское слово, какой-нибудь перевод. Чувак залетел, уже съебал. И съебался. Бля, да, успел съебаться. Да ну! Коля, почему? Почему, блин? Ладно. Мне просто интересно, зачем ты стримишь, блядь, меня? Я посмотрел свои ебал. Ну-ка, давай канал в чат. Это переводится, как катаюсь по полу от смеха. Ну вот. Так при чем здесь рофлишь? Значит, когда каждый человек говорит, что я рофлю, он катается от смеха по полу? Причем там, по-моему, да. Еще должно быть получается указание так. Вверх ногами, то есть задрав ноги вверх. Нихуя себе, бля. Это если конкретный перевод. Катаюсь по полу, ну, якобы, знаешь, когда ржешь, там, типа, ложишься на спину, ноги кверху, держишься за живот. Это вот так, это прямой перевод слова рофл. Рофлит. А вы его так сейчас используете? Ну, не знаю, единственная игра, в которой я слышал, что «Да я рофлю, да я рофлю, да я рофлю, да бля, чё ты, да я рофлю, да чё ты начинаешь, да я рофлю, ой, да не надо мне банан в чате выдавать на 30 секунд, я же рофлю с тебя». Вот. Я говорю, чё такое рофл? Объяснишь, не буду бананить. Понимаешь, смысл субового может меняться. Согласен. С каждым годом. В каждой игре он может быть. Коля, кидай канал его по-братски в чат. Сейчас. Да сейчас я тебе кину, сейчас, погоди, сек. Сейчас он напишет, может, в чате. Сейчас я кину в чат. Хочешь, в Дискорд в чате кину? Давай. Колян, ешь масло. Чтоб не отбирать у Това с этих самых саберов. Колян, ешь масло. Так, куда? Сюда, прям? А, у меня прав нет сообщения, про это, знаешь, вообще кину. Всё, я нашел. Нормально всё. Да не, никуда не кидай, все нормально, бля. Успокойся. Да, мне нельзя. Остел калаш. Как можно было слить раунд? Напиши просто в чате все, что-нибудь на ютубе. Ой, бля. Кому вам понадобится. Да, нормально. Топ-контент, да еще бы не тон. Угарная ночь. Блин, надо было брать не 1.5 литра пива, а 3. Какого фига он меня в спину убил уже 4-й раз, а? Крысюк. Кто был в квадрате? Крысюк. Не, просто он 4-й раз подряд в квадрат залетает, а там двое стоят, меня в спину убивают с квадрата.
Ну, нафиг, это еще ладно, я в комнате с одним стримером вчера играл на мясорубке, пригород, 6 раз меня убил, и все время, когда он меня убивал, я видел его со спины. Какие вам видеть самки для вашего самца? Сука, трое. Не злись. Блять, трое пошли на один, меня санёрки убили. Коля, что ты делаешь? Горит, блять. Нахуй я не ливаю, вот объясните, пожалуйста. Понимаешь? Ай, пошли, пацан. Зачем? Пошли. Нас трое, пиздец, люто. Да ладно, я вот сегодня. Поэтому и пошли, пацан. Я сегодня тащил, мы вдвоем играли на КВ. Против четверых у нас двое отлетели. Четверых вырубал спокойно. Правда, не с медика, а со штурмовика. И без доната. Бивает. Да, но это чисто повезло один раз. Все. Выйти в 4-0, а потом вслеть в 4-12. Иди нахер. Я отсюда не уйду никуда, бля. Слышу настоящие слова прицельника. Как он поднялся? Здорово. Я его поднял. Зачем его поднял? Вот, и у меня тоже вопрос. Зачем ты его поднял? Ебать ты даешь. Вот именно. Видишь, лежу тут, кайфую. Ну, а ты поднимаешь. Обламываешь. А что поделать? Эх, не человек ты. Нахуй, бля, ну... Коля, иди убей его на желтом. Надеюсь, данный видеоролик, данная подборочка с моего стрима вам зашла и понравилась. Ставим лайки, подписываемся. До новых видео, до новых стримов. Всем пока.